всем тем, кто работает. Пожалуйста, проявляйте инициативу. Начинайте делать Карабулинскую развязку, Третий мост, ну и так далее, что вы там еще перечислили. Мы в данном случае будем помогать, как сейчас помогаем и с Октябрьским мостом, и потом с мостом, который будет на Комсомольскую площадь. Понятно, пожалуйста. А в Ярославле есть, по-моему, власть исполнительная и законодательная. Я тоже все время в ней работал и прекрасно знаю, что такое Карабулинка, что такое Третий и так далее и тому подобное. Все прекрасно знаю. И Кривой мост, и все остальные. Я тут знаю, какой чинаш. Поэтому вот инициатива будет, вот так, пометая, в свое время, когда Ярославль выступил с инициативой, начал вкладывать свои ресурсы, а потом федерация помогла, получили пометарь. То же самое и все остальные дела. Документация на Карабулинку есть. Надо начать, надо найти у себя резервы, найти ресурсы и положить. Тут миллиард. Ну, на год. Потом просить еще где-то.